for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later God'll cut you down. В 2008 году это место было признано лучшим музеем Европы. Мы сегодня в Таллине, мы идем в Куму. Это филиал эстонского художественного музея. Если вы любите классику, приходите сюда. Если вы терпеть не можете всю эту скукоту, приходите тоже. Целый этаж современности. Ну и, во-первых, вы сразу попадаете в одно из лучших музейных зданий на Земле. Я не побоюсь этого слова. Его строили долго, за проект боролись долго. Финскому архитектору удалось вписать огромное здание в старинный парк. Причем вписать так, что это никому не мешает, а наоборот как-то сделало парк моднее, лучше, и народу приходить стало больше. Музей строился несколько лет, и за все это время концепция немного поменялась. Сначала он создавался как национальная галерея, ну, чтобы развесить все национальное богатство. А потом решили, что здесь есть место и современного искусства. Но 18 век тоже никуда не делся. Что сказать? В 18 веке на искусство Эстонии, хотя Эстонии, конечно, не было, влияли немецкие и датские школы и художники. Довольно скучно. Ну, собственно, все залы дальше – это про постепенное развитие искусства Эстонии. Вот, например, эстонский авангард. Совершенно роскошная деревянная голова Хенрика Олви, его же макет. Там дальше влияние парижской школы и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. В общем, третий этаж – это такой учебник по искусству Эстонии. Советский период, с него начинается четвертый этаж, соцреализм. Всем знакомые сюжеты. Трактористы разговаривают про социализм, хлеба колосятся, их убирают, художники оценивают работу коллеги. Ну и куда же без вождей? Вот и они. Правда, надо заметить, в этом музее зал соцреализма довольно скромный. На смену нездоровому оптимизму и вождям приходят суровые будни. Здесь, в этом зале, это называют советский модернизм. В России это любят называть суровым стилем. Николай Кармашов – один из главных эстонских художников-шестидесятников. И вот его суровые парни – рыбаки, которые отработали и идут домой. Мы сейчас в моем любимом помещении в этом музее. Вот скажите, вы же всегда пробегаете по залам и не смотрите вот на эти вот бюсты. А здесь их собрали в одном месте. Все эти люди имели какое-то влияние на историю Эстонии, ну или были просто хорошими знакомыми скульпторов. Вот, например, известный нам всем царь. Что здесь еще важного? Здесь постоянно звучит какой-то звук, вот давит себе на уши. Сначала непонятно, что это. Потом выясняется, что это речи вождей. Они записаны и все время повторяются. И вот когда они все время повторяются и давят себе на уши, ты как-то понимаешь реальную цену всем этим словам вождей.
Эти головы кукол – это тоже экспонат. Это хит коллекции современного искусства Кумо. У нас разочарование. Пятый этаж закрыт, современное искусство в Кумо мы не посмотрим. Видимо, это повод вернуться еще раз.